В Люберецкой администрации обсудили проблемы содержания территорий на период обильных осадков. Назвали лучшие управляющие компании, а также те, которые с работой не справляются. Они пообещали убрать снег до 7 февраля. Управление благоустройства провело мониторинг уборки территории Люберецкого округа от снега. В красную зону попали управляющие компании из поселков Малаховка, Октябрьский и Красково. На сегодняшний момент не видно, что данные управляющие организации выходили на уборку. Отдельно остановились на управляющей компании из Малого Павлина. К вашему приезду, Владимир Петрович, который состоялся в субботу, там состоялась уборка и территории и дорог, и придомовых территорий, площадок, да, то, что было силами и администрации, и также управляющей компании. После того, как вы уехали, сразу вся техника свернулась, и техника уехала. Больше не видели ни дворников, ни техники. Вы какие сроки разберетесь? И ликвидируете вот это все, что связано со снегом. По поставленной сегодня задаче, которая призвана, я полагаю, имея все основные полагающие, что не справлюсь, Малая Павлина, скорее всего, среда к вечеру в этом случае будет готов. Лучшими в ходе проведенного мониторинга были названы «Авангард» из поселка Томилино, а также ЛГЖТ и «Лук». Перед коммунальщиками сейчас стоит задача приложить максимум усилий к уборке округа. Администрация будет следить за их работой и не даст им расслабиться. У вас есть зона своей ответственности, у вас есть вот этот бизнес, который связан с управлением домами, а также с вывозом снега зимой. Такая, друзья мои, у вас работа. Вы сами в этот бизнес пошли. Извольте эту работу делать добросовестно. Потому что люди платят деньги, и они мне пишут, мы платим деньги добросовестно, и большие куда девают наши деньги. И люди правы. На оперативном заседании присутствовали представители 25 управляющих компаний, а также несколько ЖСК и ТСЖ. Владимир Ружицкий дал указание проследить за качеством работы тех, кто на встрече отсутствовал. Даниил Михайлов, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.